наша компания впервые принимает участие в этом прекрасном мероприятии. Впечатления классные. У нас собралась самая масштабная команда за всю ее историю, за все 5 лет. Нас больше 160 человек. Я очень надеюсь, что это станет доброй традицией в нашей компании. Компания у нас большая, и откликнулось очень много людей, которые захотели принять участие как в первый раз, так и уже повторно. Лично я уже принимаю участие второй раз в этом фестивале. И надеюсь, что это будет доброй традицией на будущее. На самом деле, САП – это больше не спорт, а времяпрепровождение. Поэтому для нас кажется, что это не совсем было сложно. Но, с другой стороны, компания у нас очень спортивная. Тем более, это мероприятие организовано в преддверии нашего профессионального праздника, чем я всех поздравляю. Поэтому все.